слишком много ответов в Рязань, в Мечково, в ЦТВС, на настройку и куда-то там еще. Нет, это неправильные ответы. Правильный ответ будет чуть позже. Еду туда, куда вы не можете отгадать все утро. Это сильно нестандартная идея, которая родилась у меня в голове. Ну и посмотрим, что из этого всего получится. Ну, короче, как я и предполагал, самые бредовые идеи рождаются у меня в голове. История набирает очень интересный оборот, поэтому не пропустите. Ну, в общем, дорогие друзья, интереснейший опыт случился со мной. Я нахожусь сейчас вот тут. И как вы думаете, что я здесь делал? Давайте я не буду забегать вперед, а уже совсем скоро напишу пост, и это будет интересно. Так что не пропустите. Лада рулит. Да я и говорю, BMW сравнивают. 18 косарей, да? Подумаешь. Ты понимаешь, ты сам просто понимаешь, BMW это, блядь, то же самое, что... Да при чем BMW? BMW это вообще что такое? Это вообще просто стандартная тачка. То ли дело Жигуль, Лада. На BMW 18 косарей. Да и чё? На Жигуль 8, вот это я понимаю, то одна ось. Настройка истребителя, это же не бэк, это истребитель. Кто? В общем, интереснейший пост написал, уже по ссылке ты можешь сейчас вот по этой перейти, прочитать, прокомментировать и, в общем, давай обсудим, что к чему.